недели еще одна ручка серии фирмы, вернее, Hero. Это Hero модель 9659. Пришла она, опять же, вот в такой вот обычной упаковочке. Чем она мне понравилась? То, что она такая беленькая, нестандартная. Здесь вы увидите на колпачке, собственно, надпись на китайском Hero, на английском Hero. Такой вот ободочек интересный у нее, какой-то он либо проштампованный, либо какой-то такой непонятный. Ну, тут совершенно стандартное, скажем так, полузакрытое перо. Толщина пера 0,5 мм, как они пишут, что это иридистое золото, не знаю. Но то, что вот он такой золотистого цвета, само перо, да, это вы увидите сами. А тут все внутри совершенно стандартно, в остальном. Контейнер для чернила, причем не винтовой, а такой, скажем так, просто ползающий такой ползуночек, там пружинка внутри. Это все снимается, сам колпачок можно использовать, контейнер одноразовый для чернил, тоже очень удобно. Значит, основной корпус, конечно, пластик. Вот это вот держатель, где пальцами держится за, собственно, ручку, похож на металл, но, скорее всего, тоже, наверное, пластик. Ну, достаточно интересная ручка, просто мне понравился цвет и, собственно, ее оформление. Так, она одна из тех ручек Hero, которая мне, собственно, сама серия мне очень нравится. Ну, теперь попробуем заправить ее. Не смущайтесь, это клякса от прошлой нашей заправки. Теперь попробуем ее заправить и что-нибудь написать. Заправляем по правилам. Колпачок. Чернила фиолетовые. Ну, давайте заправим синими чернилами. Что-нибудь синими чернилами напишем. О, как! Итак, заправляем. Вот, заправили. Сейчас мы, чтобы чернила все немножко ушли вниз. Вот, немножко поправим перо, чтобы было красиво, чтобы можно было что-то показывать. Закрываем на всякий случай саму чернильницу. Закрываем ручку. Пробуем писать. Так, модель этой ручки у нас модель этой ручки 9659, толщина пера 0,5. Как я уже говорил, что это иридистое золото. Вот, пишет она, собственно, вот так вот. Не обращайте внимания, это клякса с предыдущей записи. А как известно, листочка белого не нашлось нового, поэтому извините, вот так вот получилось. Вот такой курьез. Значит, что хочется сказать про перо. В общем-то, перо, ну, будем говорить, хорошее.
Единственное, что мне не понравилось у этой ручки, я его долго очень расписывал после заправки. Что-то там, то ли чернила у меня такие, то ли как-то там какой-то дефект в самом устройстве там подачи чернил. Но очень долго его расписывал, соответственно, все руки изгадил в чернилах. А так, по большому счету, сейчас вот совершенно нормально пишет. Чуть-чуть оно жестковатое, я бы все-таки придал ему мягкости. Но это характерно, собственно, уже, наверное, всем ручкам Hero, как я уже понял. Но, тем не менее, вот сама, когда перо само расписано уже, оно тоже совершенно неплохо пишет. Вот такое вот заключение. Ну вот мы ручку заправили, испытали. Недостатки я вам уже сказал. Собственно, вот руки все в чернилах после росписи ее. Кому понравилось, можете заказывать. В общем-то, достаточно качественно сделанная ручка. Ну вот, немножко проблемы с росписью. Ну, это я думаю, что это чисто по первому разу. Поэтому, кому понравилось, ссылки внизу под описанием видео. Продавец тот же, продавец хороший, контактный. Идет на скидки, с ним надо разговаривать. И, в общем-то, если вы берете несколько ручек, он обязательно вам сделает скидку. Это 100%. Поэтому всем остальным удачи. И на этом все. До свидания. Thank you.